Николаевна, мы очень признательны вам за такое участие, за такую помощь. Ваше участие было действительно душевным сопереживанием всему, о чем рассказано. И это действительно придало нашей конференции личную окраску. Благодарим вас. Я благодарю всех наших уважаемых докладчиков. Доклады были очень разнообразны. Они просто, я думаю, что будут очень востребованы. И коллегам тоже было, я думаю, интересно узнать, что происходит в смежных, так сказать, с ними областях в этой сфере, в сфере увековечения памяти. Это тоже всегда очень важно, посмотреть, что происходит рядом, оценить, узнать, понять, чтобы было понятно, куда двигаться, с кем сотрудничать. И сегодня уже получили первые две секции конференции, которые прошли утром, получили высокую оценку руководства Московского городского совета ветеранов, которые предложили помощь в публикации материалов конференции. Широта диапазонов тоже произвела на них сильное впечатление, так же, как и уровень происходящего мероприятия. В нашей сегодняшней секции планировалось 12 докладов, но в силу занятости докладчиков часть докладов будет записана позднее. И видеозаписи материалов докладов будут представлены на портале Российского исторического общества. Поэтому мы, можно сказать, не прощаемся. Наша конференция еще продолжает свою работу. Докладчики еще представят нам видеозаписи докладов, которые мы сможем использовать и представить их широкой аудитории. Поэтому я всех благодарю за участие и до новых встреч. Спасибо.